покраска велосипеда BMX, насыщенный фиолетовый цвет. Он такой типа кэнди. Сейчас я покажу с глубиной света. Он будет переливаться на солнце. Что-то не очень это видно. В общем, глубокий-глубокий фиолетовый цвет. Сейчас соберем велик, к сожалению, на старых комплектующих. Велосипед готов. Вскрывать упаковку не будем, потому что, во-первых, грязная погода. Наверное, он поедет в таком виде до дома. А во-вторых, просто, может быть, человеку будет самому интересно распаковать. Вот такой вот темно-фиолетовый цвет получился. На самом деле он намного темнее, чем на картинке. Вот так он переливается. Сейчас пасмурно, к сожалению, не показать, насколько он классный этот цвет получился. Все, все собрали. Конечно, тут все комплектующие желательно поменять, потому что тут все плохо с подшипниками. Но это, зато начало положено. Рама офигенская.